Дыпа-дыпа-па! Ай, блин, как этот пляж прекрасный, эта графика, ну на самом деле реально приятно, вот сердце очень сильно. О, бог ты мой. Русский, конечно. Ну чё, французский? Что это за существо такое, кстати? Как это? Домовые, что ли? А, ничего страшного, да, действительно. Бля! Ну я ее обожал в детстве. Наверное. Главное меню загрузка. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Никетсу Макакайта, я в этом видео пройду Кузи 4, Black Diamond Feather. Как же танцевать-то хочется под эту музыку, если честно. Ух. Это, наверное, одна из первых видеоигр вообще, которые я прошел на PlayStation 1, да и вообще. Ой, блин, это правда... Это музыка, ах, она прям трогает мое сердце. Пишите, правда, в комментариях, кому нравится вообще Кузя. Это детство, это целое детство, это символ детства, считайте. И вот эти вот крокодилы, это музыка, я сейчас заплачу, серьезно. Ох, бог ты мой. Да, версию я от PlayStation играю, потому что на ПК почему-то Бандикам не записывается. Да и во-вторых, там нет музыки и урезана картинка. Я решил, конечно, версию от PlayStation проходить. Я помню, мой брат мне помогал последние уровни проходить. Но я, по-моему, один раз эту игру прошел. Или несколько, я не помню. Но сам. Да, я помню сам. Мне нравилось. Очень сильно. Сколько-то... Прошло где-то вот 12 или 11 лет с тех пор, как я играл на PlayStation. Блин. Поэтому я возвращаюсь в прошлое именно сегодня. А ты в будущем посмотри и поставь лайк этому видео. Опции. Нормально. Ладно. Вести код. Да, кстати, после прохождения уровня надо вводить коды. Неправильно введем код. И ладно. Мы начинаем новую игру, да? И на каком уровне сложности мы будем? Ну... Давайте попробуем на... Мы уже повзрослели на среднем, может. Дайте на среднем. Ну-ка. Мой дорогой Хьюго, с тех пор, как ты уехал, у нас все было хорошо. На нашем острове царил мир и порядок, как и сотни лет назад. Антиремент, да? Но случилось страшное несчастье. Злая ведьма Сильвия во главе армии монстров взяла в плен наш народ. Сильвия? О, Кузи. Ах, вы суки. Они заставили нас день и ночь работать на фабрике, добывающей бриллианты. Ты ведь знаешь, как их много на нашем волшебном острове. Бриллианты, добытые нашим тяжелым трудом. Сильвия превращает в колдовское зелье, чтобы с его помощью захватить весь мир. Сейчас я пишу тебе из тюрьмы. Мой друг доставит тебе письмо. Вот он. Нам нужна твоя помощь. Опа! Вот этот тролль, мне нравится она. Все такой же забавный. Какой ужас! Нужно немедленно их спасать. Дыпа-дыпа-па! Я отправлюсь туда на своем самолете. Ебой! Тут мало уровня на самом деле. Залив крокодилов. Чего? Три жизни. Надо быть осторожным туда.
Так, ладно. Ну что ж, дорогие друзья, будем спасать... как Сильвия? Ее Сильвия зовут? По-моему, уж не Сильвию звали. А Синдл. Ой, это Mortal Kombat. Ну, Сильвия так Сильвия. Я предельно аккуратным здесь буду. И не буду сохраняться на PlayStation. И что-то у меня подлагивает, если честно, наверное, да? Вау. Круто. Прыгай, бей. Фух. Нормально. Да, что-то подлагивает. И музыка это... Блин, как же забавно. Блин, вот сегодня ночью я ночью играю. Возвращаюсь в то детство самое. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо, я тебе сказал, обезьянка. А чё у него какие-то сандали странные, не знаю, что это? Блять, три жизни отнимаешь, ты чё совсем? Тихо. Я чё-то вообще, я боюсь играть теперь. Ну, 19 мне где-то или 12. Ой, сколько там мне было? 11, бог ты мой. Сейчас все будет. Все. Аккуратненько тут главное. Аккуратненько. И код запомнить. Я его даже запер. Ручки-то рядом нет. Что? Я его вообще не видел. На сложном-то тем более не хочу играть, бог ты мой. Блин, забавно, реально, музыка этих крокодилов. Тут бьешь этим кнутом каждый раз, когда вот бег. А куда мне туда? А? Блин, страшно, честно. Ну-ка, ну, я ж не собираюсь время сохраняться. Тема страшнее, тема интереснее играть, знаете ли. Как в старые добрые времена, ах. А с сохранениями, не, вроде как бы легче, но ладно, хрен с этим. А, их не... А, их нельзя бить. Сильвия. Тихо, бей давай! Так, все нормально. Оу, oh, yeah. Теперь 5 жизней, вау. Найс. Ну, вылетайте эти херни. Ракушки или что это? Бежим на войну! Спидраны я не буду устраивать настолько уж. Я хочу просто пробежаться, блин. А это что за хрень? Листик или что это вообще? Хочется варанка назвать ее. Ну, причем тут варанка? Что это вообще такое варанка? Ух, какой картонный, блядь. Крабик. О, тихо. А жизнь чё мне, блин? Думаю, жизнь отдадут. О, нет. Не люблю это. Прошу. Нет. Всегда не любил эти уровни, где, где вот прыгаешь в воду, вздыхаешь, блин, вот. Ну, ё-моё, серьезно. Или здесь не вздыхаешь, я не помню. Но в любом случае, мне как... Давай, давай. Иго-го. Прокошечка. Давай. Ну-ну. А-а-а. Так. А если я всех соберу, что будет странно? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ух! Бей его, бей-бей-бей. Фух, нормально.
Сейчас опять... Да, я помню, ракушки вот эти вот будут. Давай ты... А дальше там шахта, я помню, будет. Это вообще капец. Ну, в детстве уже играл, значит, мне стыдно будет не пройти. Сколько мне? 19. Я же тогда играл. Блин. Вот, значит, не поиграйте 12 лет игру, где это вообще будет кайф. Честно, вот я говорю. Не 2 года там, не знаю, вообще охренел. Вот с самого детства. Я уверен, вы в Кузи играли. А тут нет ничего, кстати. Ладно. Ничего сейчас будет. Бонус мне хоть дали. Пуинк этот звук, да? Ой, блин, забавный. Код уровня. А вот здесь вот подождите-ка. Мне надо записать. Где бы ручку взять? Бля, ручек нету. Ладно, сейчас я ручку возьму, попробую. Где-нибудь. Она где-то здесь. Вот она, вот они, все нашел. Сейчас запишем. Тут. Записки, блин. Вот они, вот они, вот где есть. Листочек записать код. Квадратик, крестик, кружок, крестик, треугольник. Если неправильно запишу, это кэпс, да, будет. Короче, все нормально, все я записал, давай дальше. Продолжить игру. Цветы людоеды. Это плохо. Цветы людоеды, это плохо. Осуждаю. Чуть не упал, фух. Блять, иди нахер. Нифига себе, вот это круто. Не, я не хочу их, это, честно говоря, бить. Прыгаем и еще раз прыгаем. Прыгай. Фу, хорошо, что ты не попал, чувак. А после них всегда выпадает? Что-то, кстати. Нет. Давай. Ура, 8 жизик. Ну, хватит ли нам? Странно, сколько тут можно комбинаций сделать? Ой, я помню этих. Ух ты, тихо. Ну и... Когда он поднимется, тогда... подниму, я прыгну. Прыгаем. Музыка это да. Я понимаете, я реально боюсь. Я боюсь, реально. Вот теперь я не помню, что там дальше будет. Я эти два уровня. А, эти. Фу. До того, как это стало эмодзи ВКонтакте. Вот вам, пожалуйста. Вдохновение. Блять. Посерединке можно? Фух. Да, посерединке. Теперь надо знать, что надо посерединке ходить. Чё там такое? Блядь, только не это. Прошу. Зараза. Нет. Я реально боюсь этого. Да что это такое? Выдвигайся, я прыгаю на тебя. Сейчас, пускай выдвигается. Надо запомнить, что там, что будет. Прыжок. 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 А чё ты лагаешь-то? Фух. Ага. Не упасть бы.
Ох, господи. Блин. Боюсь, реально боюсь. А это что такое? Чувак. Прекрати стрелять меня. Ух, блин. О, отлично. Если я упаду, это вообще будет жесть. Но я реально боюсь, я криворукий, возможно. Как и тогда. Блять, сука, тварь, вот сейчас ты у меня получишь. Не, ничего не выпало, не, нет. Жаль. Жизьки, 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 жизьки. Зараза. Идите нахер. Тихо. Я ж тебя бью, блин, чё ты. Я боюсь. Детский страх вернулся. А какого хера я ж нажал крестик? А где я? Добро пожаловать в мир, где... Ой, я не нажал кнопку. Наш нажал на нее, смотрите. Нажимаю. О. Нажимаю. Фух. Ой, блядь. Да иди ты нахер. А вот за это конфискация, действительно. Высовывайся. Ура! А как это? А как это, правда? Пройти-то нельзя, знаете ли. А-а-а, блядь! Блин, зря я это сделал, но сейчас уровень кончится, я помню. На-на-на-на! А куда идти-то? Я не помню. По-моему, сюда. Да. Ну что, мы второй уровень прошли, их, по-моему, 9 вот штук. Я сейчас прослежусь реально. Надо дойти до того уровня, где музыка будет. Ну, вы поймете, если вы играли раньше. Это вообще прелестная музыка. С предпоследнего уровня. Вообще идеальная. Не, а почему я Акузию не скачал, кстати? Вот сейчас напишу уровень второй. Продолжить игру. О, тихо. Нарабатывает энергию. Ох. Нега. Ну разве я не прекрасная? Да, скоро у меня будет достаточно колдовского зелья. И тогда я докажу это всему миру. Вы только посмотрите, какая грудь, какие ноги, ноги. А я здесь с какими-то вонючими зелеными крокодилами. Да. Вот и молодец. Хорошо бы, чтобы это все работало побыстрее. Мадам, но мы и так работаем из последних сил. Если только вы не заставите работать наших пленников день и ночь. Ну что ж, если это ускорит выполнение наших дьявольских планов, то пусть так и будет. Блять, угораю и смешно. О нет, куда же пропал наш Хьюго? Поле бриллиантов. Сейчас я прибуду. Ой, блядь, ненавижу этот уровень. Вы помните его? Ай, такой сейчас трындец будет. По-моему. Сапер, блядь. Ой, какой сапер динамичный. Во-во-во, и эта музыка тоже, кстати, припоминается. Я ничего не вижу, куда идти. Что делать, куда идти? Блядь, я не вижу, чё вы. Шахтеры ебаные.
Ну да, понеслись уровни. Дикие, наверное. Ой, TNT. А чё понеслось-то так? О, ну хоть жизнь восстанавливается полностью. Вот это вот, кстати, я за это рад. Очень сильно. В жопу не хочу вообще, честно. Извините. Не хочу. А вот это вот, знаете-ка... Давай, давай, давай. Что-то я здесь помню, это просирал много. Сейчас будет то ли лед, то ли что-то еще. Не помню. А, это херня. Все, понял. Дети, если смотрите, не ругайтесь матом. Это плохо. Жопу осел. А вот это, кстати, блин, плоховато. Плюй. Мне сердце замкнулось. Я помню кружок. А? Не надо, не надо, не надо, не надо, чувак, хватит, отстань от меня. У меня яйца сужились. Сужились яйца. Так, прыгать на крестик. Я сейчас орать буду, если я не сделаю ничего. Нормально. Блять. Ах ты тварь. А, уже конец уровня, кстати. По-моему, насколько я помню, тихо. Сейчас летучие мыши будут. Да, только их нет. Фух. Нет, мне надо... Подождите, а что там, ямка? Сколько у вас там? Сука! О! Нормасик. Да, сейчас конец уровня. Все. О. Короче, убегай нахрен. А по ней можно пробежать, да? По идее. Так, тихо, аккуратно. Вот говно. Сейчас. Сейчас все будет. Тихо. Траекторию бы знать. Тихо. А, нет, это еще не все, да чтоб меня. Да я тебя бью! Я боюсь вот так вот прыгать каждый раз, сколько бы ни было лет, мне кажется, мне всегда страшно. Так. Когда конец? Это уровня. Этот уровень, кстати, не... А, не, шахты те, а другие будут вот эту вот жопу, по-моему. Ну или это... Бей его. А помните передачу «Позвоните Кузи»? На каком она канале была? Я не помню уже. Как скользко, блядь. Не будет он стрелять понизу, надеюсь. Вот, конец уровня. Фу-фу-фу-фу-фу.
Слава богу, бежим отсюда. Отсюда бежим, давай. Нафиг спидран. Блять! Тварь. Тут куда я начну, странно. Что? Это чекпоинты? А я что, не ударил того? Или чё? Блять, мне страшно, честно. Да так настроен был. Ладно, уберем все лишнее из головы и идем играть дальше. Что ты вообще тут делаешь? Иди работай, блядь, сам. Значит, этих крендюков я уничтожу. Так. Так, сейчас. Да-да-да-да-да-да, отходи, блядь! Музыка успокаивай. А чё тут никого нету? Что? А, ладно. Я боюсь, Лена. Все, теперь истину я боюсь. Сука. Ну и тебя сзади обшпарю. Отшлепаю, точнее. Да харе, все, хватит. Фух, господи, сейчас этот уровень будет. Ой, вот это вот, ой. Давайте перекрестимся, это будет сложно. Да. Чё там? Квадрат. Крестик, квадрат. Треугольник, два крестика, треугольник. Квадрат, квадрат, крестик и квадрат. Это уровень третий, подпишу. Так, хорошо. Идем дальше. Продолжить игру. Завод. Вот он, этот уровень с саной. Если вы понимаете, о чем я. Сейчас. А! Куда, что, где? Я не знаю, куда лишь. Куда мне прыгать, что делать? Ай, блядь! Блядь! Ай. Ладно, я понял эту смысл этот. У нас код есть, если что. Нормально. О, музыка, блин. Мне нравится здесь музыка в этой игре, честно. Как у ей-бога, словно, считайте, в этом бесконечном лете. Шатается или что? Да. Куда нас везут вообще? Что это? Куда идти? А чё, что? Ай. Сейчас тогда. Так, давай. Давай тогда. Блять. Там поаккуратнее. Иди нахер. Сейчас. Фу. Чекпоинт, да. Заказано. Самое страшное, по-моему, я прошел, да. Ну, это херня вообще. В детстве меня это пугало, но сейчас это выглядит не очень так-то пугающе. Вот эти вот доски пугают. А пофиг. Опять это, да что это... Кто-то играет киберпанк Никетсу Хьюго.
Зараза. А, так, сейчас. Сейчас вот на ближайшую. Все нормально, давай. Да, ты доедешь. Фу, сколько тут? 4 чекпоинта. Сойдет сейчас. Побежали. Там до 40 минут, говорят, можно про игру пройти. Ну, не знаю, у меня побольше выйдет, по-моему, такое ощущение. Это штука четвертый. А там где? 9, по-моему, то. Ох ты, блин! О, найс. Ах ты, сука! Я не видел. Я не видел, честно. Страшно, теперь опять страшно. Да что это такое? Ажиотаж сейчас был какой-то, а теперь опять страшно. Да что это такое? Ладно, сейчас все будет нормально. Я привык, но. Давай. Я не видел реально. Как хочется сохраниться. Нет, 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 не кетсу. Нельзя. А где я? Бля, вообще. Сейчас идет на другую и опять. На опять на новую. Да, фух. Зараза, я тебя запомню, сука. Как нету чекпоинта? Вы чё совсем? Почему нет чекпоинта? Блять! Сука. Дерьма тоже пошел, да. Откуда я мог знать, что там впереди будет? Ну, поймите вы меня. Сейчас надо запомнить, главное. Да ты еще будешь меня бить, нахер. Хотя я сам напоролся на него. Я нечаянно, честно. Это легко все, это. А, вон нормально все жизнь. Я не пойму, тут иногда надо прыгать или он сам прыгнет. Ой, блядь. Вот из этой хрени, кстати, и не видно ничего. Да-да. Ай, из-за столба этого верхнего. Не кетсу. Фух, так, 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 сейчас, 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 сейчас. Как ты, блядь, сука, меня попал? Вот. Этот, слава богу, не попал. Ну хоть там чекпоинт. Фух, слава тебе, господи, я был рядом просто, оказывается. Третий, еще чуть-чуть осталось, сейчас. Давайте, пшеньк мне и... Страшно, вот тебе реально... Я не знаю, куда прыгать, как. Давай. А, фух. Да, да, еее. Ну опять сейчас там это будет, я помню. А где эта компания странная? Чем она занимается? Чем люди за...
И не будет падать. Удивительно. Да, теперь реально не падает. Я сейчас упаду. Еще бы он сдох бы, вообще удивился. Кузя падает такой, он потом... Я сдох, чуваки. Тихо, я ничего не вижу. Ничего. Камеру поверните мне. Нет. Бог ты мой. Что это такое? Как эту злодейку зовут, я уже забыл. Блять, а как ее реально звали, я уже забыл. А, блять, фух. Как эту звали, ё-моё, главное, злодейку. А крестик, кружок, крестик, квадрат, треугольник, кружок, треугольник, квадрат, кружок и квадрат. Это уровень четвертый. Ну, 5 уровней где-то осталось, и все. О, тихо. Ну что, похулиганим? Ну что, Малахов не пока... Что случилось? Я не знаю, сработала сигнализация. Идиот, это я и сама слышу. Что она делает вообще? О нет, нет, мадам, ради бога, ничего не трогай, не трогайте. Сейчас там что будет? О мой бог. Работайте, да, сейчас скажут, работайте. Дерек. Чё такое Дерек? 2 уровня осталось, да, помню, все. Блять. Короче, бежим сразу. О, нефть. Чё, чувак? Крадем нефть? Ой, эту музыку надо, это, контакт. Блять. Ну, правда, музыка очень интересная. Да как ее звали-то? Блин, я имя забыл реально этой антагонистки, как ее... Сим... Удивительно. Блять, да... Бля, я реально не помню. Помогите вспомнить мне название. Си... Бля, я ж не дотрагивался. Кузя боится нефти, по-моему. И чё, вы сливаете её в реки? Вы чё, конченые? Не, ну будет жалко, если я по-спидрански пройду. Но я обычный играю, как бы.
У меня нет какой-то там цели, пофиг. А если реально так сделать? А вот это что-то тоже помню. Обо что? Зачем? О. О, давай лифтик. Блять, жизнь мало. Ну, пох, ты такие глаза. А что здесь происходит? Чем он меня? Гаечным ключом? Ах ты, сука. Я сейчас тебя кнутом отхреначу. А что дают вот эти вот кристаллы? Жизньки дополнительные или чего? 5 жизнек, наверное. Насколько я помню. Вроде как. Механик, блин. Куда? Чё, что? Я забыл имя, блин. Сим... Скин... О, пригодится. Как это в озвучке Григоровича, если он это озвучивал в Duke Nukem 3D. Давай, давай, иди, иди, иди. Блин, нет, только не это, прошу. Так, идем, бежим. А как-то все быстро идет. Помогите. Что это я так и делаю, да? Ну я такой. Ой, иди сюда. Их легко убивать. Убивать, да. А, что, кстати? А, да, их убиваю. Тут убийство, кстати. Это игра не для детей. Вы что, совсем что? А, тихо, мне надо сохраниться тогда. Туда пойти. А знаете, какие у меня, кстати, кнопки? В, А, С, Д. А вот вниз это крестик. Влево это квадратик. Кружок это вниз. А треугольник это ничего, это вверх просто. Легко. Если залагать, сейчас будет жестко. Идеально, 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 бей его, бей. Я не помню, как ее назвали, если честно. Не помню, как звать антагонистку. Вообще, честно, в голову ничего не приходит. Что это такое? Что это такое? Как быть, что делать? Я же сюда прыгнул! Дерек, блядь. Значит, не буду его убивать. Пошел в жопу. Верно? Ну нафиг. Не хочу. Пускай там живет. Тебе повезло, что я добрый, Кузи. А вот этот вот помрет, что он на моем пути стал. Крокодайл. Крокодед. Что такое? Ну, если б не лагало бы, но я вижу, просто чуть лагает. Не знаю, как вам, что там такое. Если прыгать не надо, не надо, слава все богу. Тогда пойдем сюда. А что, потом уровень пойдет все уже, что ли, предпоследний? Что-то быстро, по-моему, игра имела больше уровней, на мой взгляд. Хотя, когда это было, я уже не помню. Наверное, мало. Не, ну, само собой, они мало там уровней, но все равно как-то
все быстро идет. Ой, тихо. Ну, как раз, блин, вообще идеально. Если я умру, это вообще жопа будет. Честно. А как он меня ударился? Он вообще даже какой не поднял на меня прикосновение, и Кузя умер. Да. Плохо. Сука, в кепочке. Зараза, теперь заново. Да-да-да. Я зол. Ладно. Я запомню его. Чё так тормозит-то на эмуляторе? Если кто-нибудь понял, я на эмуляторе играю. Пиздим на расстоянии. Что так и есть. Он далеко прыгает, как по мне. Сожалею тем крокодилам, что это больно, ну там, когда бьют. Инквизиция пришла, блядь. Что-то в этом привлекательное есть, даже сейчас, в графике, которая на PlayStation 1, ну честно. Она пока почему-то, как бы, там музыки даже нету. Я хотел пока версию, но, ну, в жопу. Через эмулятор стал. Того самого Кузя. Ой, я чуть не упал, фу. И тут, вот у меня чувство в сердце еще осталось, по-моему, я... Этот момент не любил. Ну все, моя душа спокойна, теперь этого отхреначить надо, и все. Ну и конец, когда будет. Не люблю моменты вот этим. Да, вот, как я сказал, с двух сторон меня могут отхреначить, и я упасть могу. Ну хоть я дотянулся, оу-е. Травма детская сейчас будет. Не буду охотиться за этим, знаете ли. Не хочу, правда не хочу. Все желания нету. Да. Надеюсь, сейчас что-то будет. Я правильно иду вообще? Фух, я думал, не туда уже иду. Да. Ура! Сейчас эта самая мелодия будет. Да как зовут? Главное, антагонистку-то, ё-моё. Я уже забыл, если честно. Как это там? Снегирь? Как это... Я не помню, честно. Какой код? Этот код еще пригодится. Кружок, треугольник, квадрат. Хоть вспомню детство, как вы говорили, уровень 5. Продолжить игру. Покрутим немножко здесь и там, и посмотрим, что произойдет. Покрутим здесь и там, но еще будет. Ну же, еще немножко дьявольского зелья. А, что? Ничего не работает? Что произошло? Я не знаю, ничего не работает. Пошел нахер. Идиот! Это я и так вижу. Мадам, ради бога, ничего не трогайте. Мадам. Отстань, разберусь и сама. Я предвкушение, все.
друга, чувствую, ты уже здесь. Зачем она это сделала? Завод бриллиантов. Сейчас будет музыка, да? Или не-не? Не, по-моему. Вау, 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 вау. Вау, ё-моё! Чё? Хрен тебе. Я нахрен не хочу тебя бить даже. Оу. Как они падают еще, блядь, забавно. Не упаду? Нет? Нет, 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 нет. Блядь, может, сука, тварь. Ты отдашь мне зелье, понял? Нет, Лентика, зараза! А что делать-то? А, фух. Э, куда ты? Блять! А чё, где, куда? Заново. Ну, сука. Ладно, хер с этим. Сейчас быстро все сделаю. Кристаллы не хочу собирать. Да я в детстве так делаю, это будет легко. Блять! Ну, здесь вот что-то... А какой черт ты? Мне дадут зелье? Отдай мне суп. Да! Ура! Нет, не попадешь. Ты... Не люблю этот уровень. И тут один этот! А вот это уже настораживает, честно. Блять, ты... Я боюсь, честно. Тихо. И все? Ребят, не смешите, пожалуйста. Это, ну почему такой маленький уровень? Ну, ладно. Как бы квадрат, крестик, крестик. А вот сейчас будет мой любимый уровень. Сейчас. Вы сейчас поймете, почему. Какая моя реакция будет на кое-что. Реакция. Цепь на реакцию. Помните музыку? Психованные эти доктора. О, коронавирус-то случился еще давно. В 2001. Да игра это вышла. Да, музыку помните. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну давай, 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 давай. Сколько? 4 тоже. Ну, правда, прикольная музыка. Человек, чё не в маске? А ну нахер тебе. Ты чё, под эту музыку? Ну, правда, она мне сейчас нравится. Как и тогда.
А куда мне прыгать-то? А, да? Никогда не направляй на человека оружие. Да ладно! Ой, блин, это плохо. Ладно, у меня тут рядом чекпоинт все равно. Ну прикольная мелодия, реально. Да как эту звали, блин, антагонистку, я уже забыл. Сименда, как ее. Блин, на СС как-то. Блять! Алмазы, хуй себе. Если что, заново начну. О, нормально. Тун-тун-тун. Взяла топливо разлила, вот зараза. А вот это заслуживает уважения. Тихо-тихо. Почему крест такой нелегкий? М? Я же не сохраняюсь, как бы. Иди сюда, плетка сейчас отщебачу. Новое слово отщебачу. Нематное. Тихо, 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 блядь. Ух, ёптать, фух. Я чуть не обделался. А чё, сейчас что-то будет? Да как ты посмел меня ударить? Так, вот это уже интересно, я запутался в наушниках. Так. Я даже музыку эту скачал, аж недавно собирался проходить Кузю. И чё? А куда мне прыгать-то? Чёрный. Какая ирония. Это плохо. Сука. Ну ладно, я быстро дойду. Ничего страшного. Что? Меня это уже напрягает, реально. Но последний уровень больше напрягает меня, это продолжение. Пизда, блядь! Схерались, так вообще слышу. Не буду, надеюсь, он не прыгнет вслед за мной. Я как-то поблизости сделаю. Где? Давай. Да! А как мне прыгнуть, вопрос? Блять! Просто идите нахуй. А как прыгнуть туда реально?
Я еще вспоминаю, как эту зовут, блин, сказали же, в ролике. Себастьян, короче, я не помню, я забыл. Как-то ее звали. Короче, я потом пересмотрю видео и вспомню. Бывает такое, реально, не помню, какое зовут. Как же ты бесишь? Куда мне прыгать-то? Да. Все. Больше никуда не прыгай, прошу тебя. Блядь. Да. Давай ты, я тебя бью! Шпарю! Да. Бежим. Все, теперь я вдыхаю. Теперь могу бежать и пиздить всех. Какой-то там сдох, взорвался. Это пародия на Шкшнара, как хотел сказать, на Крэша, по-моему. Я только сейчас заметил. Давай, поднимайся! Хреночек, хреночек, давай! Паси, ученок этих заумников. А, я сразу вздыхаю? Неловко вышло. Что-то я много тут жизни трачу. Раскидываться ими-то и не надо. О, заново музыка пошла. Но музыка прикольная, правда. Мне она нравится и по сей день. Прошло тут лет сколько? Подумаешь, 11. 11 лет назад я играл. Да, вот и играл. Почему у него живот жирный? То пухленький такой. А чё он не вздыхает? Блять, что? Я реально нажал крестик. Я чё только... Ай, ладно, всё. Прорываемся дальше. Я уже давно бы прошёл, мне кажется, этот уровень. Чё-то не идёт не по плану всё. Не так, как надо. Блять, ну последний это будет жесть вообще. Для меня даже. Наверное, сейчас. Люди со стрессом, не играйте в эту игру, пожалуйста. Ну давайте. Я прыгаю. Кнопка. Угу. Что, все что ли? Как бы да, все. Но, к сожалению, уровень маленький. Да, впрочем, как и все. Ладно, вот это самое главное сейчас, последний уровень. Какой там? Да мы не использовать не будем, но... Все равно я как-то хочу прописать коды. Потом, чтобы увести, может быть, я поиграю. Почему бы и нет? Уровень 7, по-моему, да? О, последнюю. Смотри, все снова работает. Да, мадам. Как ее зовут? Вспомни. Юга, наконец-то.
Фабрика скоро взорвется. Бежим. Что мощность поставлена на полную, естественно. Бежим. Ну же, еще капель. Сейчас заметит, по-моему, да? Смотрите. Мимо! Че мимо? Супер игра. Действительно. Че, что это было вообще? Куда гуяришь, бля? А! И тут эти есть, все, короче, жопа, но мне надо заново начинать, по-моему. Я не помню. Уровень с первого раза нужно пройти, кстати. И за вами огонь идет, насколько я помню. Ты-ды-дыц. Ну, да, пародия на Крэш, я только сейчас вспомнил. А что это значит? Что это такое? Тихо, огонь! Бежит за нами! Да как ее зовут? Блядь! Чуваки, помогите! Вот это я помню отлично. Это как мультик посмотреть, еще знаете, в конце такой. Спасите, блядь! Я волнуюсь! Я опять волнуюсь, как раньше. Блять, идиот, что ли? А этот мимо пробег... Ах вы, суки. Иди ты нахер от меня. Бежим дальше. Тихо. Сейчас вы сдохнете все здесь. Все? Мы прошли игру, ребята. Все. Бежим, блядь! Сейчас загнется. Да, сейчас котел этот загнется к хренам. Мета, по-моему, не сдохла, насколько я помню. Такое ощущение, как будто война прошла. Вроде все целы. Спасибо, друг. Французский. Идиот, кретин, это все из-за тебя. Мадам, я не виноват. Как же люблю этого крокодила, честно. Ну ладно, ничего. Попробуем где-нибудь в другом месте. Нет, не бросайте меня, ведьма. Мадам. О, в честь меня праздник, камикадзе! Мы спасли вас всех. Я сейчас улечу. И такой вот финалик этой замечательной игрули. Эх, жаль, что все закончилось. Как ее звали в итоге? Конец игры, поздравления. О, спасибо. Поздравления. В разработке и производстве
Лакс Рикардс Дженсен, продюсер Якоб Мака, менеджер проекта Пол Мантеда, Марит Максера Абсенбе, главный дизайнер истории диалог и Ким Кропман, Джонни Ахаре, Айлза Соби, Лоти Кракер, это чё, кто это вообще такие, скандинавы, что ли? Программисты Яспер Ольсен, Кристиан Корец, Симон, блин, это музыка, разработка и производство Томас Андерсон. Томас Андерсон? Чё-то знакомое. Это ж, по-моему, этот из Матрицы. Программисты Николай... Да ладно, тут русские были. Коля, спасибо тебе. Программисты Моу Ритсон. Ерик, разработчик Томас Андерсон. Художник Клаус Брейзи. Мастера, художник уровня, художники. Может, тут сцена какая-то будет после прохождения? Ну, игра реально короткая. Главный аниматор Расмус Андерсон. Столько людей работало, но она маленькая. Но... Ну и ладно. Зато какая хорошая. Специальное спасибо Сюре Сенслара, Алан Кристенсен. История Расмус Андерсон, Сюрен Линхмольса, Томас... Блин, не знаю, немцы что ли сделали? Художники Стивен Мюллер, Сюрен Сларсен, Кади Прейкнер. Художники Пеле Мадсен, Томас Симбровский, Олан Гранд, Оскар Лундквист. Томас Бент, музыка такая, Томас Видео, Мартин Вендинг. Менеджер локализации Пернел Толбель, да, перепутали, кстати, французский флаг с русским. Хотя написано русский. Может, это в нашей версии, не знаю. Питание Ола Свенсен. Чё такое питание, в смысле? Ладно. Ладно. Главное меню. Ладно, дорогие друзья. Мы закончили проходить Hugo 4 Black Diamond Fever. Всего за каких-то... за час смогли. Да. Ну что ж, мне понравилось. В очередной раз понравилось. Ну, вот почему мало? Серьезно, почему мало? Ну так же прикольно было и интересно. Ну блин, ну так мало. Быстро прошел. Хорошая игра на самом деле. Очень хорошая. Вроде простая, но с детством ассоциируется, если честно. Если бы я играл бы вот сейчас бы, наверное, я бы, наверное, сказал, такие, не знаю, ну фигня. Но не знаю, у меня еще добавляется оценка к этой игре за благо за детство. Потому что в детстве ее очень сильно любил, ну и по сей день ее люблю. Ох, пиши в комментариях, играть какого-нибудь Кузи там надо, что-то вот, рубрика такая, воспоминания будет. Я помню, на вагонетке шахтерской ехать не надо. Вот это было, о, Кузи, вот это я помню. Ну что ж, не знаю, вот почему быстро реально, вот... Вот столько уровней, но они такие быстрые, как бы, мало. Ладно. А, спасибо, кто посмотрел мое видео. Подписывайся, ставь лайк, жми на колокольчик. Мы вспомним прошлое, значит, другой раз. Ты главное пиши, что там, предлагай варианты, что там пройти, я выслушаю. Можно... Не знаю, что там еще с детства вот есть на PlayStation, к примеру, Medal of Honor, какую-нибудь любую игру на PlayStation. В общем, я выберу и тогда я поиграю. А теперь я прощаюсь. Подписывайся, ставь лайк, жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И я никак не вспомню, как звали эту ведьму. Я не помню, я реально забыл. Ладно. Спасибо за просмотр, уже в очередной раз будет. Так что, все, ладно. Давай пока, удачи тебе. И играй в Кузю. Клёвая игра же. Тун-тун-тун.